Видео подготовлено онлайн-гдз.нет. Задание номер 27.5. Необходимо преобразовать выражение в многочлен стандартного вида А. Квадрат суммы 2А и 1 будет равен 4А в квадрате плюс 4А плюс 1. Б. Квадрат разницы 3С и 2 равен 9С в квадрате минус 12С плюс 4. В. Квадрат разницы 6Х и 3 равен 36Х в квадрате минус 36Х плюс 9. Д. 7Y плюс 6 и все это в квадрате равно 49Y в квадрате плюс 84Y плюс 36. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.